Итак, сегодня у нас задачка разобраться со стеклоподъемником RAV 4. Все стеклоподъемники работают, кроме водительского. Вот сегодня будем разбирать карту и менять двигатель стеклоподъемника, так как, скорее всего, вышел из строя движок. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Показаться, наверное, надо. Вот так вот выглядит. Вот так выглядит движок стеклоподъемника. 4 контакта на фишке. И будем пытаться его поменять самостоятельно. Так. Как это все будет выглядеть, уже понятно, непонятно. Так, теперь нам вот это вот надо каким-то образом. Тоненьким надо подцепиться. Вообще тоненьким. Что у нас есть тоненькое? Так, что у нас здесь есть? Вот похоже. Фишка. Мы просто подкинем и посмотрим, будет он у нас срабатывать. По идее. Ну, работает, ребят, видите? Работает двигатель. Это уже хорошо. Это уже good. Так. Теперь что? Теперь мы эту фишку
отбрасываем, вот движочек наш рабочий. Это уже хорошо. Так. Так. Теперь нам надо вот эту вот. Надо тоненькую отверточку. Пока. Стоп-кадр. Вот что значит девушку. Подключили сразу ручку. Отломали. Супер. Давай вперед. Подожди. Подожди. А что, не горит? Вот смотри. Не вижу. Подсвечу. Не трогай ты эту свет. Что она там трещит? Потеряли, что ли, уже? Смотри. Выложи два. Ниже смотри. Чуть ниже. Да, ниже смотри. Видишь? Угу. Уже... Нет, подожди. Сеть. Теперь надо вот эту вот. Получилось? Да. Вот ты молодец. Ребят, когда захотите разобрать машину, обязательно надо помощника брать. Супер. Положи-то, да? Потом... Так, и теперь карту снимаем. Как ты положишь, чтобы не... Да никуда не денется. Теперь вот эту вот карту надо как-то отстегнуть. А здесь? Здесь тоже надо? Да, здесь тоже надо. Свети. Еще что-то держит цвет. Нет? Так.
застегивается, интересно. Да, ну уже все. Немножко. Булки превращаются. Блин. Не идет. Снимай. Светлана Николаевна все отсоединила. Сейчас откидываем фишки. Ты держи, Светик. Достаем карту. Карты, деньги, два ствола. Достали ее. Теперь будем залуплять вот эту штуку. Под названием. Шумка. Шумкой доставать. Двигатель, который вот здесь вот крепится. Доставать двигатель, который крепится. Вот эти вот надо. Раз, два, три, четыре. Откручивать, а потом каким-то образом. Ну что, надо вот эти вот крутить. Насколько вот этот, посмотри. Что там написано? 11. Ага. Ага, повесил. Таксик.
четвертый. Здесь уже лазили. Ты болт хоть нащупай. Ты вообще что крутил там? Я ничего не крутил, я подбираю. Там маленькая, кругленькая такая вот точечка, все. Вот если то, что... Свет, ты... никакая не точечка, вот болт, вот, понимаешь? Вот он болт, вот. Это точечка кругленькая. Вот. Это не кругленькая. Кругленькая, это вот я не пойму, чего это? Убери под палец. Отвертку, что ли? Бери палец. Слышь, это, может, обыкновенная отвертка? Нет, там просто выпуклость. Все. Круглая выпуклость. Миссинг, ты рукой не... попробуй, какая выпуклость? Я видела. Рукой. Дай мне телефон, я сфоткаю тебе. Ты со мной споришь вот всегда. Ты не сфоткаешь мне. Не... Сфоткаю, я тебе сейчас не покажу. Сфоткаешь, еще раз тебе говорю. Ты мне пальцем показывал, я тебе сейчас покажу. И ты в обморок упадешь, что ты там хотел мне подсунуть. Ну, во-первых, я в обморок не упаду. То что он мне подсовывает, блин? Еще ни от одной женщины в обморок не падал. Я не от женщины. Блин, кто бы он на беленькую нажал? Гоша. Или... Давай, как ты не сфоткай, подожди. Подожди. Ну вот, четкой фотографии. Ты мне на маленькую выпуклость показывала. Это здесь она увеличенная. Вот, куда ты нажимал. И выше еще одна дырка есть. Все. Это не открутишь. А что надо открутить? Не знаю. Я вот эти говорю, что... Подожди. Ты не паникуй. Вот он так стоит. Вот движок. Вот. Да. Грубо говоря. Вот на это вообще ничего не похоже. Что там стоит. Вот видишь, он на трех закручен. Вот там такого нету. Вообще, и близко. Смотри, ну, не до того дотягивались. Ну да, дай еще раз я попаю. Дай. Или еще надо как-то его подвинуть, вот стекло, чтобы мы видели. Вообще здесь ничего не видно. Вот я вот пыталась... Ты вот мне что-то хотела показать. Я тебе показала. Один болт открутили. Свет, отходи, пожалуйста.
цвет. А, вот еще. Вот этот вот ты хочешь открутить? Отходи. Верхний вот этот? Да. Ты очень долго одну фотку делаешь. И чего ты не можешь это? Это надо с этим, да? Ай, блин. Свет, ты меня задерживаешь и себя тоже. Вот надо, вот такой вот отвертка, ребят. Вот. Двумя руками, одной снизу держишь, Святик. А почему? Ну, потому что тебе удобнее будет работать. Вот, да, просунь. Не вижу, что здесь. На лавочку присядь. Смотри, она какая. Смотри. Очки одни. Смотри, она какая. Это не то, Свет. Это ты не то. А это прикручивает сам колпачок. А чё же? Вот ты возьми в руки. Вот наш двигатель возьми в руки. Присядь мне. Возьми наш двигатель. И вот. Вот, Свет. Вот. Вот. Это не то, понимаешь? А нам надо вот. Сзади. Сбоку, да. Вот эти откручиваем. Один открутили. Вот этот. Теперь два вот этих осталось. И вот там такие винты, ребят. Вот. Отходи, пожалуйста. Ставим движок новый на место, новейший. Для этого берем вот такую отверточку, берем болтик. Так, сейчас будем пытаться. Вижу, где оно поднято очень вверх, высоко. Я не вижу его здесь.